Всем здорово, друзья, с вами Назар. Мы продолжаем играть за Скавен в Warhammer 2 Total War. Итак, мы осаждаем вражеский город. Враг при этом пытается контратаковать нас с этого города. Вот тут он собирает подкрепления все свои. Много, знаете, войск у врага, хотя показывал там автор еще, что как бы шансы у нас равные, но тут явно они не равные. Давайте включим немножко быстрее перемоточку и посмотрим, что они будут делать. Так, собираются на этот фланг. Тут, к сожалению, моя артиллерия не достает. Можно я, конечно, поставить поближе, но я не хочу, потом они начнут отступать там. Это вот все. Зачем? Это вот так нужно ставить сразу. Скорее всего, враг, как обычно, у него одна тактика — собрать всех в кучу и напасть на центральную часть нашей армии. Можно устроить перестрелку, конечно, если они захотят это сделать. Жара. О, даже попали. Или это он так выманивает меня? Ну, не то чтобы выманивает, типа, чтобы я выстрелил свои боеприпасы. Ну, к сожалению, у нас только одна артиллерия. Так, это... Бляха, стрелковой пехоты много. Вот тут, вот тут. Блин, вот эта хрень не погибла, к сожалению. Вы видели? Летела сюда, он шел и сразу назад. Хитро. Давай сюда стреляем. Просто ты такой хитрый. Блин, вообще не попали. Вперед. Не нравится? Я тоже думаю, что вам такое не понравится. Так, все, хватит. Сюда давай. Чуть поближе. Так, герой. Вперед. 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 Бляха. Бляха. Уходи. Уходи отсюда. Сюда. Эти стоят на месте. Уходите, уходите, уходите. Блин, тут нужны копейщики, а копейщика у меня. Вот тут есть отрядик. Сюда давай. Блин, хреново дело. Мы тут походу проиграем.
Его много героев. Ну, вот в чем дело. Мы, конечно, их гоняем тут. Так, копейщик, давай, давай. Да, блин, уже побежали. Ух ты, это призванные. Вот это не призванные. Ну, слишком, слишком сильные у них войска. Сюда закидывай. Блин, и тут побежали. Да, тут стрелки убивают. Давай беги сюда куда-то. Не знаю, там врывайся. Бей его, бей уже. Тут стрелки просто убивают. Я не знаю, как с этими имбами сражаться. Тут две армии минимум нужно иметь. Вот минимум, чтобы что-то делать. Назад. Вот смотрите, как они поливают. Как они поливают. Не знаю, почему оно тут показало, что типа у нас такой великий шанс. Ну, странно. Очень странно. Блин, вот эта хрень мне убила тут, наверное, с два отряда точно. Сюда давай. Это. Да, блин, чё ты творишь? Ну напади, ну ты ж кавалерия, ты ж быстрый, ты ж большой. Давай, арточка. Тащи. А, ужас. Да твою мать, вот эта хрень на арту. Ворвалась. Сюда, давай. Убей вот эту штуку. Ты что делаешь? Ну, правильно. Пехота ближнего, дальнего боя сражается в ближнем против огромного чудища. Так, с этими вроде бы все. Там, туда. Слишком много у него стрелков, слишком много. Бей, кали. Вот этого бей, пожалуйста. Пойди, пойди. Муха. Слишком много дерьма. Ты смотри, сколько их тут. Вообще не убили ни хрена. Наши. Катапульта. Ну, хотя бы вот эту тварь убили. Уже хорошо. Сюда стреляй. Иди сюда. Сюда. Еще лезет. Вот с этим я не знаю, что делать. Так, уходим, уходим, уходим. Странный был авторасчет, конечно. Так, ты живой пока. Спасибо, что живой. Сюда встаньте. Арта. Кидай. Можешь. Бей героя. Вперед.
Все пошли в ближний бой. Так, ты что там еще жив? Ну давай ворвись. На альбардищиков, да не, спасибо. На булавщиков. Хотя не. Давай вот так. Сюда, 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 сюда. Да блин, они стреляют и стреляют. Сколько можно? Арта, бляха, муха. Одного убили. Я там герой наш. Убили вражеского лорда. Вперед. Все сюда. Тут еще два. Ну это такие. Какие-то специалисты. Правильно. Все, побежали. Ёпросто, еле-еле. Ну благодаря тому, что мы его лорда убили. Но тут вообще от этой армии ничего не осталось. Бей, бей, стреляй. Сюда. Чтоб ты попала. О, неплохо. Еще минус два. Давай вот так поставим. Что сможем, то добьем. Надо по-любому добивать. Ничего не. Опять отступят. Хотя и они и так отступят тут огромными силами. Ну, надежда на Квика, что он что-то сможет сделать. Все. Фью. 800 человек я потерял. Он потерял 500, 600, ну где-то 700. Капец. Ну это было нечто. Ну вот опять арта зарулила, 200 убила. Главное, что мы эту тварю добили, огромную, жирную, этого динозавра. Долбанного. Вот опять они прорвали мою защиту из этих копейщиков. А вот такие, они стояли нормально, там сражались. А копейщики опять... Засуснули тунца. Ну, эти тоже неплохо. Ну, правда, они тоже поубивали. Но вот их быстро, вот тех, кто в центре стояли, их быстро прокинули. Очень быстро. Но герои вольнули. Это пока самый сильный противник, который мне попадался. Вот эти синие. Вот опять написано, чтобы приказать герою присоединиться к вашей армии или войти в поселение, нажмите правой кнопкой мыши. Если правой нажимаешь, там же просто, ну как бы, действие свое выполняет.
Первая победа. Согласен. Так, сдавай нам, наверное, пополнение. Но мы вот эту армию полностью уничтожили. Гарнизон ополовинили. И тут еще два отряда. Вот, Стегадон. Его убили. Он не то что огромный, он еще и с лучником на себе несет. Блин, опять заблочил меня. Господи, ты сдохнешь когда-нибудь или нет? Главное, что ту его армию огромную уничтожили. Это самое главное. Сквик. Ну, хотя бы не ранил героев. А, вот тут Скрик. Не Сквик, а Скрик. Так, еще минус один. Вот эти заключили мир. Ну, они вроде бы с эльфами воевали. Кто это вообще такой? Это человек? Или кто это такой? Тут эльф. Это понятно. Ну, даже нельзя с ним никак взаимодействовать. Либо гном. Нет, скорее всего, что гном. А Квик, я так понимаю, уже тут не успеет дойти, да? Похоже, что да. Попробуй ранить. Неудача. Полная неудача. Типа нашего ранили. Похоже, что да. Где-то он пропал. Да, его ранили. Call me me, Death Master. Исполнение потерь. Так. Квик будет помогать. Ну, давай сохранимся. Главное, чтобы вот этот не умер. А вот этих два. А остальных мне плевать. Так, это и это умерло. Эти выжили. А вот, кстати, он присоединился к армии. А тут, может, типа, действие нужно выполнить. До меня, похоже, дошло. Это нужно нажать, чтобы он выполнял действие. И он присоединится просто к армии. И будет это действие постоянно выполнять. Там или вот этот быстрее будет восполнять потери. Там другие что-то еще. Дошло, до меня дошло. Так, троих сразу. Еще и вкачался. Страшающий вид. Писец. Дали сопровещение на стоимость найма. Неплохо. Но нанимать все равно нужно Квиком. Так, а Квик. Так, тут, пожалуй. Вот это отключить. И вот это отключить. Так. Ну, пока ничего не будем перемещать. Эти пусть восстанавливаются. Надо будет нанимать уже новых. Причем именно Квиком нужно нанимать. Потому что он дает всякие разные бонусы. Так, тут камень варпа. Тут улучшаем.
Златлан. А, это столица вроде бы, да? Угу. Столицы мы построим. Тут, наверное, нужно вот на этих, что ли, брать. Не знаю. И зачем? Пусть просто больше денег приносит сейчас. Деньги нужны. Армия как бы нет, но рано или поздно она будет. Логично, логично. Так, стретч. Стретч. Ну, наверное, его будем вкачивать именно. Скорость восполнения потерь. Неплохо было бы. 20%. Ну, и так нормально их восполняем. Давай именно его будем вкачивать тоже на здоровье. Не хочется терять хорошие отряды. Так, убийца. Сюда вкачивается. Чтобы больше шанса было. А, и вот так просто он выйдет из армии. Но он пусть будет в армии, он добавляет скорость восполнения потерь. И нанимать ему будем вот эти, да? Штормокрыс. Да, это уже финальный. Хотя это не он должен нанимать. Это должен нанимать Квик. Но Квик сидит. Не сидит, точнее, внутри армии, внутри города. Мы вот так сделаем. Так. И что, пусть 4 хода. Да не, нельзя, чтобы он 4 хода сидел. Так не получится. Извиняюсь, ребята, опять за шум. Ну, уже, я думаю, привыкли. Надо восполниться сначала. Затем идти вперед. Ты стой здесь. Дальше. Обряд этот провести, бляха, не хочу. Храм черепов, ну это мы сделаем. Причем очень скоро. Где? Здесь. Ну давай будем улучшать дальше. Вот тут можно, конечно, улучшить, но тут смотрите, оно вот это дает 60, а это 70, то есть 10% только добавит. То есть доход, например, 208, да? Да, боже. И плюс 10% это плюс 20 будет, но ты потратишь 1500. Это если вот этот взять, хран. Да-да, вот так. Не хочет он конференции. Может разорвать уже союз. Хотя сначала нужно с синими разобраться. Так, ритуал нам не нужен. Ну, пока вроде бы все. Восстанавливаем еду, деньги немножко накопим. И идем уже вперед. Так, кто-то не смог заблокировать. Полная неудача. Две армии будешь набирать, да? Ну, он как бы еще не полностью восстановился, но вполне себе. Вот этого переместим вверх. Так. А Квик идет уже нападать. Следующий город. Чтобы он не пополнялся. Ловчик. Денюжка.
танк. Все. Мы восстановили свои владения здесь. Продолжаем строить. Так, ты. Если в город стать, то он чуть-чуть побыстрее восстанавливается. Ты. Куда ты пойдешь? Можете вот сюда отправить, если будет какая-то битва, там что-то в этом роде. Ну, типа на, враг будет сюда наступать. Он тут будет защищать этот город. Ну, тут будет вот это. Правда, можно строить. Чисто, чтобы оно мне тут не надоедало постоянно. 4000. Ну ладно, пусть будет. Так, квик. Клана крыса в доспехе. Ну, не знаю. Может, по оружию его вкачать. Либо страх, чтобы враг боялся, убегал. Правда, тут минус 2 для всех серых провидцев. Я бы хотел потом как-то с магией еще поиграть. Либо вот для штурмокрысов. Да, нужно штурмокрысов вкачивать. Все равно будут их набирать. Правда, тут ждать по 4 хода. Очень немножко слишком долго. Так. А, блин, нету. Ладно. Потом это сделаем. Вот этого по-любому нужно убить. 10 уровень. Он меня тут задолбывает. Мира захотел. Теперь у меня 2 армии, у тебя ни одной. Так, а что у нас вот на этом острове творится, надо бы посмотреть. Даже устанавливается порядок. Неплохо. Может, ресурсик качать, рынок пряностей. Либо. Вот это. Плюс 60%. Жаль, не показывает, сколько будет. Но должно быть. Хотя бы хотел я ресурса. А давайте ресурс попробуем. Тут пока падает. Тут пока растет. Юатак, вот это надо собирать, 6400. Ну, со временем соберем. Прыгай сюда. Пробуй. Ну да, тут тяжело его будет убить. Расход в уровнях, конечно, большой. Так, если я поставлю... ну, надо нападать. Тут надо грабануть его.
Засада. Налет. Другой армии это сделаем. Вот это. Ну сюда вряд ли его кто-то будет нападать на него. Не, ты стой пока сюда. Восстановимся, на следующий ход станем. Все равно тут нужно будет ждать. Тут стены, тут надо будет строить осадные орудия. Тут чуть-чуть падает. Чего? Стабильность, налоги. Ну, оно упадет. Уберется, точнее говоря. Все это нестабильность. Так. Так. Тут все построил, денег нету. Пускаем ход. Бляха, ранил нашего убийцу. Я просто поздно начал качать этих убийц. А он быстрее. Вот он и раскачал их более-менее. Три хода? Почему? Так, знамя. Там мы забрали одну вот эту штуку. Атака плюс 4. Да, в принципе, на любого можно повесить. Так, а ты у нас встаешь в режим налета и будешь грабить. Будешь вот так потихонечку продвигаться и будешь грабить. Так, эта тварь тут стоит. Тут строим. А, тут нельзя пока. Ну, подожди. Стоп. Потому что денег нету. Вот надо сэкономить. Тут видите, 450 прибыль. То есть оно восстановит, ну, как бы, как это сказать, окупится очень быстро. За 6 ходов. Так. Тут бы что-то на рост. Ну, потом построим. Либо тут поставить на рост. Ну тогда здесь нужно будет третий уровень. Пока оно туда-сюда. Надо тут быстрее строить. На деньги. Так, плюс один, минус два. Почему-то падает. Налоги, сложности, еда. Ого. А, блин, да чё ж оно так тратится? Содержание поселения. Указы, блин, указы надо ставить походу на еду. Этот стоит на рост и стоимость строительства. Ну, блин, налоги минус 2, это минус 30%. Ну давай. Налоги вроде пока есть. Опять вот этих много насобиралось. Всяких точек, которые можно пограбить. Может этого отправить. Надо будет отправить. Так, ритуал доступен. Хорошо, что он доступен. А почему ноль? Не понял. Типа нечего грабить уже. Задание, что за задание? А, налет. Там еще кто-то налетает. Mm.
не смогли выполнить это задание. Хотя надо было. В смысле, на этот герой Откуда он тут взялся? Че это за герой такой? Ну, это обычный убийца. Нет денег тебя содержать. Хотя он, походу, был бесплатный. Я не знаю. Опять, наверное, что-то вчудил не то. Да, налоги, видите, сами как просели. А чё ты ничего не грабишь, а? Осада пока длится. Менять пока не будем. Знаете, что можно сделать? Вот это сделать. Плюс... Хотя плюс один. Ну, не знаю, не знаю. Либо вот это начать. Ну что, строим? Надеюсь, сюда он доедет. Вроде бы не должен умереть. И тут есть. Но хочется именно топ забрать. Так, с едой, конечно, проблемы. Рост. Блин, все идет на рост такое, на еду что-то ничего нету. Тебя надо добить, иначе ты мне не дашь покоя. Ну как, мы с ним замиримся, мы на эти острова не будем там идти. Они мне не нужны совершенно. Серьезно? Вот сюда мне плыть? За 21 ход? Как? Как я туда должен доплыть? Не сильно коцает. Риф смерти. Череп, видите, такой. Там что-то должно быть хорошее. Вот прям должно. Так, этот что-то сюда уже приперся. Что тебе надо? Так, а где вражеские? Тут. Сюда. С армией что он будет делать? Маневренность 10%. Тут уже есть деньги. Ну, наверное, из-за того, что в осаде там поселение. Серьезно? Да что такое? Стигадон.
Чё, война? Ладно. Что мне с гномами? Ну что, тут у всех нетерпимость ко мне. Как мне с ними дружить? Красные реки. Угу. Светлая крепость, вы тупы. Ну, построили. Кстати, увеличилось. Было 206. А, ну правильно, оно же тоже увеличивает. Плюс 80. Хорошо. Избытка 66 ходов. Да, тут лучше надо было строить на пополнение, на рост, на больше роста. Так, меч берсерка. Кстати, я ему вроде бы ничего так и не дал, но да. Успехи плюс 2, защита, спас, бросок. Отвлекающий щит. Успехи плюс 3, защита, блин. Так, эксперт по трофеям дали. Давай вот это поставим. Стоп, а стреча? Почему у тебя ничего нету? Оружие. Блин, будь умным, пойми, что лучше. Ну, пусть будет это. Тут фиолетовые. Этот стрейч, что дали? Это сюда, в Вектику. Так, талисман тебе какой дать? Огню. А кто бьет огнем? Ну, пусть будет огню. Так, страшный вид. Это у нас стрейчо висит. Ужасающая маска. Бу. Но я бы лучше ее дала тому нашему. Так, знамя есть. Писец. Вот это тоже переместим, потому что тут будем нанимать с этой армией. И нужно, чтобы она быстрее бегала. Это наша главная армия. Так, теперь ты вот так нам показываешь, да? Так вот это... Сохранимся? Ладно, начнем следующую серию с того, что будем сражаться вручную. Такие потери. 5 отрядов. Не-не-не, это слишком. Это слишком. Хорошо, ребятки. На этом будем завершать серию. Вот. Давайте посмотрим только, что тут у нас есть. Что такое? Гнилая рисовая. О, производство пищи. Наконец-то, хоть что-то. На пищу. И восполнение, и рост. Вообще офигенная штука. Вот пастбище, да? А что тут вообще есть? Только вот на это, на рис. Отлично.
Это круто. Это мега-мега круто. Поставим на хороший рост здесь. Чтобы побыстрее идти. Выйти вот сюда. Производство плюс 6. Ну, это будет уже в следующей серии. Либо я, знаете, что сделаю? Я сам проведу, наверное, это сражение. Вот. Чтобы вам уже... Потому что, ну, будет обычная стандартная осада. Ничего там необычного не будет. Просто то, что меньше потеряю войск. Отлично. И вот полностью захвачен регион. Нару тут нужно развивать. Тут, наверное, вот это разрушить. Поставить еще одну нару. И будет норм. Ну и нужно будет вот сюда пилить. Очень-очень быстро. Но тут улучшать, конечно же, не буду. Лучше вот это. Кстати, бабла насобиралась. И вот это лучше. Сюда, я надеюсь, смогу зайти. Ну да, тут с помощью вот нор можно быстро как-то. Либо просто быстрым маршем на следующий ход. Вот сюда доходишь, а потом уже сюда. Вряд ли тут кто-то нападет, хотя могут, могут. Ладно, ребята, на этом завершаем. Благодарю вас за внимание. С вами был Назар. Всем пока, всего хорошего. До новых встреч.